изгнанници, клети. От уломка нищожна, от винаги храбър, народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жетви на подвиг, чудовно велик. Вече от утре, край чужди събрани, изпити и бледни портен младей. Те пият, а дънат сърцата им в рани. И пеят, тъй както през сълзи се пей. Те пият. Пиянство щат лесно забрави предишни неволи и днешни беди. В кипящото вино щат спомен удави. Заспа ще дух болен в разбити гърди. Глава ще натегне. От нея тогава изчезна ще майчин, страдачески лик. И няма да чуват! Пияна за права, за помощ синовна, всегдашния клик. Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснати, еги, навсякъде меч! Ти ранен без неж! Кръвник безпощаден! Върху им издигна за всякога меч! Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Драги в далека чужбина. Един в Меганада открит име път. Те пеят. Иди бей тяхната песен, че рани разяждат ранени сърца. Че злоба ги дави в кипежа си песен и сълзи изтисква над бедни лица. Че злъчка препълня сърца огнетени. Че огън в главите разсъдък суши. И молния свети с очи накървени. Че мъст, мъст кръвнишка, жадуват души. Зимната буря им сякаш приглася, мучи и завива страхотно в нощта. И вихром подема, издига, възглася бунтовната песен широко в света. И все по-зловещо небето тъмнее, и все по-се мръщи студената нощ. И все по-горещо дружината пее, и буря приглася с нечувана мощ. Те пият и пеят. Отломка нищожна, от винаги храбър, народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг, чудовно велик. Далеч от родина и боси, и голи, в край чужди събрани, в порутен бордей. Те пият. Пиянство забравя неволи. И пеят. Тъй както през сълзи се пей. Уважаеми господин посланник на Република Армения в Република България, уважаеми заместник министър, уважаеми гости на града ни, съграждани. Казвам добре дошли на всички в родния дом на поета Яворов в ден, който е много специален за нас, чирпанлии, а и за всички българи, но и за цялата арменска общност. Начало на вълнуващото събитие, за което сме се събрали днес, а именно откриване на арменския каменен кръст Хачкар во двора народната къща на поета Пейо Яворов, беше дадено от Ирен, Спас, Милиса, Теолина и Никол, ученици от средно училище Пейо Крачолов Явро в град Чирпан, които откриха днешния ден с стихотворението «Арменци». Тежка орис сме имали и българи, и арменци. Времена, в които сме били под чужда власт, време на размирици, на клането на мирно население, на борби за национално освобождение, нападения. Но може би това оплита в едно нашите житейски съдби. След първите погроми на Армения от 1894 година на новооткритата гара Скобелево, наречена още гара Чирпан, през Търново Сеймен дошла голяма група арменски бежанци. Хора, прокудени от робския бич,
дошли от Вам, от Муш, от Адана, от всички краища на порови на Армения. Така пее Явров, който е назначен в този нов телеграфо-пощенски клон, намира своята истинска среда сред тия прокудени от родината си хора. Тук черпанският поет за първи път има възможност да наблюдава съдбата на изгнаниците арменци и разтърся над житейските неправди, излива своя страстен бунт в написването на гениалното си стихотворение «Арменци», публикувано в списание «Мисъл». Сега ще поканя да открият арменския каменен кръст Хачкар, господин Тодор Иванов и господин Григор Сренц. Заповядайте. Следва ритуал по освещаване на Хачкара, който ще бъде извършен от негово високо преосвещенство, епископ Татев Агопян, архиерейски наместник на арменската епархия в България и негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприян. Իցակյաց երգիր գարդացի արկես, մինչևի բաստակիլ սրտի մոտ, իվի մի բարձեր արարև զիս առաջնորդեցեր ինչ, եվի մի եղև հույս և աշտարակը զոր եղև ինձ էլ ես աստշնամբոր, բնակեցյաց ես իհարկը զգում Հավիտյան, և ծասկեցայց ընդովանյապ թե ոսկոս, դու աստված լվար աղոտից իմոց, Ետ ուրջ առանգություն ու երկնչին անվանեկում եմ, Հավուրս, հավուրս, հավելել թակավոր է ամաս նորա, Հավուրս աղաջաց իմոց ազգեաս, Հարկոր եվ որդվո եվ ոգվույն սերպո, Այժմ եվ միշտ եվ Ավիտյանս Ավիտենից ամեն։ Այսպես ամուս ասացից, Ավանքում հատի Ավիտյանը Սարիդենից և դացքեց ավոտիցին որստորես, լուր ասված ավոտիցի մոց, ավաչեր ինձ արկես հերգուղ է թշնամբույն պրգյած անձնիմ, դացքեց ես իս իս ժողով ոս շարացի պասմութնե, ույ կործեզ անորենություն, ույ սրեցի որվես ու սերսվես ու սիրյան սիրս կարնության, Սեկելի գաղտից այնոցիտ ույքով ես սերջուկ, անգարձագիզը կեստեն իմ նոսան և մի երգից են։ Ույք զորասուցին հանձին ես վիրյանց, ըսպանը շարության խորեցան, հագուցան էլ ինձ բորոգայց, և ասացին ոչ տեսան ես այստեր։ Կննեցին զանրություն, պատրաստեցին իքննել ես կննություն։ Արկոր եվ որդվով, եվ որդվի սրբով,
Այժմ եմ միշտ ավիդյանս, ավիդերից ամեր։ Ասըմ բարեբանալոտ, յառնաստուծո վերամերո եւ լեսելոց այն աղաչանած մերոցս Տեր աղաչեսով։ Տեր որ միալ։ Ասըմ պայլոս մեզ ըն Սիոնի աղոթե զորությամս Տեր աղաչեսով։ Ասըմ առաքելոշ նորս հոգուն սրբով Իտը պավորում են խաչիս ըստեր աղաչեսո։ Դեր որ միա, դեր որ միա, դեր որ միա, դեր ասված մեր թու որ պատվիրեցր մեզ և ասացեր մի երկպականեք երկնի և ամենայն զարդուլորա և մի երկրի և մի որի սմա և մի արեք ձեզ ասվածս ծերակորդս և արդ մեկ ձարայքս կո հապատացյածի կեզ առար ասխաչը զայց որ նյութ սորա բաշտելովի ոչ ասված Ցերակորդս անվանելով այլ արարը սա նշան Սուրբ Խաչիկով, որով վերադարձեցեր պազուգս քո միազնի որդի դերն մեր Հիսուս Քրիստոս, որու ուրեմն ընկալ սայի ցրած մերոց և օրնյա և սրբի ասա լինել արժանի և կոչել աստվածային նշան Եվ պատճառ երկրպագության համակո իշխանության հոր և որդու և օգնի սրբով այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն խաղություն ամենեցուն։ Եվ ընդհակվոյդ քո Աստուծո երկրպագեցուն առաջիկո դեր որ դարածեցես զաշխա դաստե զաշխարաստեղց և զանարած բազուկս քո ի վերա հրգավետ խաչին և հեղեր զարյուն նորա զարյուն քո Սուրբ Գետուսանել Ազվդարան թյալսն իծարայությունեմ մաղում, թունույն ինքն դեր մեր Հիսուս Քրիստոս առակյաշ նորս ամենազոր և հարցրածության պասկիքով, իմեզ զի արյալ սրպալույս Միրոնս, որի շնարադու և առադապաշ բարքեված սուրպով, հեղուկ ի վերա խաչից այսօրիք հանուն ամենասուրբ երրորդյանն, զի առասե զորություն ամենասուրբ խաչին, Եվ բավանություն անցանց մերոց և բաջար երկրպակություն բաշտելի և երկրպակելի երկրյակ անսնավորության և մի ասվադության հոր և որդվո և ոպնի սրկո այժմ և միշտ և ավիդյան Babno, oh, I chalelo metzat zaynen shvami batzant, in manutyulu sok palmara sinya zangiseli sashaket, mishter nestein isur benadad, yutagan, Babni. Անկնելի որ կնես որս աստուծո, զորարյալի օր է պատմեսա, որ եվս մյուս անգամ գալուս, զոր կարոզեցին համագոյական, յութական, աղավնի, Yeah.